До заканчения чергового сезона у белорусской футбольной элите застается месяц. Однако отказ на пытание, кто станет лепшим у Беларусьбанк в высшей лизе по выниках 2019 года, застается открытым. Махчима черговый гульневый уикенд спростит турнирную ситуацию, бо лидеры першинства сустренутся у двубоях твар до твар. А БФФТБ запрашивает заузятеров на стадионы и анонсует самые цікавые сустречи с поборництва. Претенденты на потенциальный европейский четвертый рядок у таблицы тягом апошних тыдняў губляют очки на ровном месте. Торпеда три сустречи існуе без перамог. Минская Динамо довело серию до 5. И тому поза спинами коллективов уже можно разглядеть, а мо нават и почуть дыханье переследовальников и слышать градей. Каб обновиться и спуртануть на финише, антагонистам треба вытискать максимум из локальных кризисов одно-одного. Торпеда напевно поспробует выкрестать перевагу своего поля. Тут автозаводцы не соступают с Динамо у 6-7 опошних встреч во всех турнирах. Причем не у скороненном стане Белас пропустил на хатнем стадионе усяго только гол. До того же в сезоне Жодина у родных мястинах схибила только тройчи, хотя агулом у команды уже 8 пораз. Минчукам супрать такого суперника выйти бы в оптимальном складе. Однако выдаление Пеевича в минулом туре покидает Динамо без одного из важных структурных гульцов. Плюс видовочно, что Динамо имеет проблемы с обороной. 5 сустрэч запар, подначаленные Сергея Гуренки не могут сутрымать браму у недотыкальности. Цікаво, что у першем крузе Жодина не покинула Минчукам ни водного шансу на позитивный заход, бо оформила перемогу 3-0. При этом николи в истории не было такого, каб усе гульни одного чемпионату заставались выключно за торпеда. В выпадку перемоги лидеры першинства гарантуют себе как минимум золотый матч и другое место в турнирной таблице. Шахтер же, наоборот, официально выбьют чемпионской гонки. Как след, напружение на Брестским обещает зашкаливать, а аншлаг на трибунах створать атмосферу бодай головной сустречи лезвий не усяго спаборництва. Да и Берасте подыходит с оптимизмом, бо 11 сустреч запар не соступая и забивая больше за усих у чемпионате. Причем отзначаются не только представники стартового складу, але и резервисты. Хабленко и Савицкий находятся на другом-третьем радку по колькости мячов после выхода на замену за год. А кроме того, Динамо является самой волевой командой краины, бо уже 4 раза перекуривала с ног на голову неудалый для себя сценар подей. Шахтер наоборот по осени буксует, у 5 опошних сустречах только одна перемога. 3 гульни за межами Солигорска так само не принесли подначаленным Сергея Ташуева Виктории, да и с обороной пошли проблемы. За опошних 4 сустреч только одну черно-желтую провели на нуль. Додамо, что питание относно стану ключевых выконавцев команды Анти Чедебака застаются открытыми. Однако не все так благо для горняков. 4 сустречи запар на берегах Буга, коли лечить все турниры, Шахтер не соступая. Цалком же уже 10 сустреч запар Солигорск не отдает перемогу Берасте. И в неделю напевно прикладе максимум намаганий, каб серую протягнуть. Для чемпиона краины тыдень выдается складанным и психологично стрессовым. Кольки дзён тому довелось биться с неуступливым Днепром и Гилёве, и только коштом трапного стрелу самого выникового футболиста года у команде Игора Стасевича здобывать перемогу, якомаль без паузы новое выпробование. Ислач, что 3 сустречи запар не ведая по раз, и только одной чи за месяц скарылась оппонентом. Я на прагне чемпионской крыви. На початку года волки ее уже поспытали, коли выбили Бориса у чвертьфинала кубка. Больше зато уже 5 сустреч запар, подначаленные Виталия Жуковского, не дают баты отсетковать перемогу. Причем больше за мяч свою браму не пропускают. Супокоивает чемпиона бодай только то, что на своем поле яны николи и слыши не соступали. До того ж дома за весь сезон хлопцы Алексея Баги стратили очки усяго двойчи. На початку года соступили берастейскому Динамо и 2 тыдня тому не сдолили скорость Гомель. У остатнем выключены перемоги до усяго 6 пропущенных мячов. Интриги двубою додає махчимое споткання Александра Глеба с былыми одноклубниками. Экс-зорка Борисовчан зараз допомагает драпежникам и амаль за 400 хвилин на поле мая на рахунку выниковый пас. Цікаво, як будет поводить себе пауборонца на Барысу арене и ці здолее пополнить свой рахунок продуктивности за кошт былых партнеров.